Всем добрый день, с вами я, Александр Демидович, как обычно, в валюте на сегодняшний день, 16 апреля 2018 года. В банке доллар принимает 25.95, продают 26.25, евро принимает 31.95, продают 32.45, ну а рубли, интересная цифра, в Ощадбанк принимает 0,285, продает 0,450, ошеломляющий разрыв. Ну и на тротуаре Полтавы доллар принимает 26 ровно, продает 26,15, евро принимает 32 ровно, продает 32,30. Ну и кому интересно, в прошлом году доллар был 26,65 на 26,95 и евро 28 ровно на 28,60. Всем хорошего настроения.